Сегодня у значит, жителей, у хошудов, у жителей села Сарпа, да и вообще, наверное, у всех буддистов Республики Калмыкия большой праздник. Сегодня мы открываем Хурул в поселке Шатта. Хурул, до революции здесь стоял Хурул, он назывался Сырато Самлин, то есть Хошуда Хурул Сырато Самлин. И вот сейчас на протяжении многих лет жители села пытались возродить этот хурул, строили его и, наконец, вот достроили и вернули историческое название. Еще добавили как бы к этому названию, что это хурул посвящен, ну, то есть имени Зая Пандита. То есть у них получился хошудский хурул Сырато Самлин имени Зая Пандита, нашего айратского просветителя. Даже когда вот хурул был на стадии строительства, здесь были еще песок, вот стены как бы бетонные, только-только залитые, да, грязно. И мы здесь вот проводили в таких вот условиях, но приходили, большая часть села всегда он был переполненный. Вот, и, наверное, вот эта вот вера местных жителей, вот, их стремление к возрождению родной религии, наверное, и стало основным, как бы, основной причиной, двигателем вот к постройке этого хурула большого. Вот, поэтому мы поздравляем всех жителей села Сарпа. Пусть этот хурул и дальше служит центром духовного вот возрождения всего нашего народа. Пусть в этом хуруле всегда будут слышаться буддийское учение. Всегда люди, приходя сюда, будут становиться лучше, становиться счастливее, вот, и дарить свое счастье и всем другим живым существам. Я еще, наверное, в школе учился, где-то в классе 8-9, и началась закладка нашего хурула. Вот. В строительстве данного хурула принимали участие практически каждый житель этого поселка, и не только. Вот. И от себя лично, и от всей нашей сарпинской молодежи хотел бы выразить отдельную благодарность нашему Ахлачемана, Утаджика Наршарвайчу, также Александру Шарвайчу Утаджиеву, это братишка, которые внесли значимый вклад в строительство данного хурула. Ну и также, конечно же, это нельзя не упомянуть о селообразующем хозяйстве в лице директора Мутулу Михаила Николаевича. Вот, и, ну и всех-всех, конечно, жителей. Индер Хальмук Танкчин, Сарпа Селенде, Сират Тусамлинг, Зая Пандитин, Нерта Хошуда Хурулды, Икигисин, Байрта, Тендикта, Унчта, Байрин Кемы. Кезянкен, Газрты, Юкнурин, Бурхушаджин, Номды Шитат, Индер Идер, Мирн Сарин, Хырн Доланды, Газрты, Икигисин, Хурул Баскчана. Ене хурул, ене газрын улсын нилчар, Утаджиев канар толгалат, оң зүсін әмтін ене бәсін ғазырты ирәт егәт, дөңгі тусан көргәт, емі сәйхін бәшін тусыпды. Кезе чегін егже, ене ғазырты бұрхыш әжін номын делгірже, ендір сәйхін нарта өдір, дейірі тенгір басы, ене темдігігі басы. Юрчана, тегат, ине газринентин, сансын санан кезечин күшче, дорасы үшче бахчуд, кезечин уралан юджи, дөрүн зүсін малын ин газрин кезечин үшче өргүджи юутха, ол нентин гем золунгасы кетилже, өркү бүлерин, оты гамгарин дегат, дүйгүджи дүркүлжи юухыгы, олун дедис бурхыт, эндир мацук өдір, дегат, сән өдір, ончта өдір, дегат, ине байрин кемі, Шаджин ламы, Хамбы ламы тувасы, Бурятско-Агинский газрасы ламныр ирят, мана центральный хурул ламныр басы ирят, ене байрин кемігі, ене хурулы гисекат, ене газыр кезе чигін, дөрін зүсін заян сәкүсін,
деді, олын деді бұрқыт, аруын үзгін зайыса күсін, кезәчігін қайрылжы еғытқа, олын дедіс бұрқыт, тұсылқы болтқа. Ben sağlığa, elini tanıçayım, hoşu değerim gibi.
Дорогие гости, высокие ламы, уважаемые саркинцы, сегодня знаменательный день в истории людей, которые здесь живут, и, может быть, даже в какой-то степени в истории нашей республики. 90 лет, через 90 лет мы восстанавливаем свой хурул. Этот хурул для меня в высоком смысле этого слова – это храм, храм души. 100 лет назад у нас на этой территории работал и существовал хурул, который носил немножко кочевой образ, но он уже к тому времени переходил к оседлости. И вот в 31 году его он уже не работал. Через 90 лет мы восстанавливаем этот хурул, оставляем его название, поэтому это для нас очень знаменательное событие. Тем более на нашей земле, но вряд ли сейчас кто вспомнит, что было столько высокопреосвященных лиц, которые начинают намаливать наш хурул. Хурул для нас не только сам по себе здание, это место, где мы будем приходить, где мы можем поклониться. В 2002 году, в конце 2002 года, это примерно ноябрь-декабрь месяц, мы направили человека отсюда, но многие из вас знают Ганджиджав. Он поехал к себе на родину, Монголию, за молитвенными драгоценностями. Он их привез, и в 2003 году, в конце весны, в начале лета, мы заложили их в основании этого здания. С того времени началось строительство этого хурула. Прошло 18 лет. Никто из нас не думал, что таким долгим будет этот путь. Те, кто близко к этому соприкасался, кто занимался, мы, конечно, переживали. Но я сейчас так понимаю, это всему свое время. Когда-то, когда кигурульцы приехали сюда перенимать опыт строительства хурула, они на ферме встретились с одним из наших стариков, с отцом Нины Васи Барняева. И Барнян тоже сказал: «Цагынь булагома на хорлы, цагынь ирхля, все будет устроено». То есть всего свое время. Мы, как вы знаете, когда начинали, пытаясь приспособить здание под молельный дом, здесь присутствует автор этой красоты, архитектор Машулдаев Баатыр Викторович. Он тогда сказал нам примерно такие слова: «Чтобы построить молельный дом, я вам не нужен. Если вы хозяева, если вы заказываете проект, то я его делаю». Сегодня я должен сказать ему спасибо за эти слова. Мы долго колебались, когда он показал эскизы чертежа, вы видите наверху, как это все строить. И то мы одну часть до сих пор еще не сделали. Поэтому на трудности было на этапе строительства хурула, да. Вначале начинали одни, когда закладывали. У нас даже не было человека, который прочитает чертежи. Поэтому на закладке фундамента пришлось привлечь тех, которые знают чертежи, могут почитать. Был период, когда возводили здание, вообще стройка прекращалась. Да. В то время как раз по Баатыр Акчаев занимался. Они был период, вообще работали здесь бесплатно.
На завершающем этапе, конечно, Саша Утажи подключился, он очень много сделал. И вообще, если среди нас кто-нибудь сподобится, может быть, напишет историю строительства этого хурула. Вот знаете, за моей спиной статуи Будды Шакьямуни. Она же проделала огромный путь с Китая в Бурятию, из Бурятии в Волгоград, из Волгограда в Элисту. В Элисте она наполнялась молитвами и Волынью, Зултурганом, которую здесь мы забирали. Посмотрите на облик Будды Шакьямуни. Нам, вообще говоря, есть вещи, которые сакральные, они невидимые, которые гораздо важнее видимы. Почему-то получилось так, когда мы выбирали статую Будды Шакьямуни, нам прислали фотографии. В этот момент здесь находился калмыкий Аджа Винпочи. Мы его когда показали, он примерно сказал: «Через Юсиневичку Докшин». Мы моментально передали туда свои благопожелания, и видите, оно немножко облагорожено. Поэтому я хочу сказать, что то, что это место, то, что мы сейчас открываем, оно, я надеюсь, послужит местом, где люди будут не только прийти поклониться. Здесь две наши родовые статуэтки, которые прошли длинный путь, особенно за 13 лет ссылки, сколько они претерпели, и те, кто Зюркундоран Сейждеран откладывал Чирсинда. Поэтому это, ну, это все непросто, да. Я считаю, что через много-много лет все-таки мы сделали большое дело, что возвели это здание, которое станет местом преклонения. В своем послании, поздравительном послании, Аджа Гиган написал: «Благие деяния, которые обретены при строительстве храма, послужат на благо народа, который здесь живут, и всех других людей». При строительстве возникало очень много трудностей. Вы, те, кто здесь живут, знают, что были периоды, стройка почти останавливалась. Был период, когда мы вообще встали и почти год не работали. Нам повезло, почему-то в этот момент Кирсан Николаевич, когда здесь был, я ему объяснил ситуацию, показал. И он привлек средства с разных мест, и мы возобновили. И после этого мы уже не прекращали строительство. Сегодня я очень рад, что присутствуют высокие гости, ламы, и причем из других республик. 10 марта 2019 года я был на приеме у Далай-ламы в Харамсале. Нас было 26 человек, из них 3 человека из России, из Калмыкии, нас было двое. Но тогда была такая ситуация, мероприятие было посвящено 60-летию тибетского восстания. Поэтому был по линии Министерства иностранных дел, нам был сделан прямой запрет. Мне вообще было сказано: как директор хозяйства вы можете ехать, как депутат вы не поедете. Но я поехал. Я не жалею. Так вот, на встрече с Далай-лама говорил об экологии природы. Он говорил о том, что мы думаем об экологии природы. Но нам надо сейчас думать об экологии ума, о душе. И при этом, говоря о нервах, о душевных нейронах, он перешел к разговору о квантовой физике. Переводчица, которая была рядом с нами, она спросила у меня, о чем это он сейчас говорит. Я хочу сказать, смысл выступления Далай-ламы на той встрече был о том, что буддизм, он хотел сказать, это не только вера, но это наука, а мы говорим философия. Поэтому, заканчивая свое вот такое короткое выступление, я хотел бы привести слова Далай-ламы. Вы знаете, что Далай-лама получил Нобелевскую премию мира, и Нобелевские лауреаты произносят речи. Он свою Нобелевскую речь
закончим поэтической молитвой. Покуда длится пространство, пока живые живут, пусть в мире я останусь, страданий рассеивать тьму. Я думаю, что это в этих словах заключен глубочайший смысл. Поэтому это место, я надеюсь, станет не только местом поклонения своим предкам, Нурханам, но я хотел сейчас, пользуясь моментом, обратиться к Верховному Ламе Калмыки Келатулпу Ринпоче и Центральному Хуругу, чтобы они сюда, если не сами приезжали так часто, но присылали людей, чтобы здесь совершались молебны и происходило духовное просветление. Мы же ведь понимаем, что такое Цагансар, что такое Зул, но мы дальше этого уже до конца не понимаем. Нужно просвещение, чтобы Гуру давал отдачу, чтобы все, что здесь сделалось, направили на благо народа, который здесь живут и приезжает сюда. Кто думал, что на таком заключительном этапе, я говорил, что вначале было очень хорошо, мы начали, потом притормозилось, а потом в конце уже все пошло хорошо. Люди почувствовали, что Хуру будет достроен. 40 с лишним лет назад я проходил практику и жил у своих родных здесь недалеко. И после этого уже, считайте, 43 года прошло. Девочка, которая тогда училась в школе, она закончила, уехала учиться. И сейчас она присылает поздравления и деньги на строительство Хуру из Канады. Где Сарпа, где Канада? Вот что такое вот это здание, то, что мы все с вами сделали. Спасибо вам всем, спасибо гостям. Хочу еще раз обратиться к Центральному Хуру Верховного Лама. Огромная просьба, но пока непонятно, кто здесь будет служить. Мне и всем нам очень хотелось бы, чтобы это не только было красивое здание, но чтобы здесь проходили службы. Поэтому хотелось бы, чтобы не только службы, но даже шло духовное просветление, чтобы могли здесь читаться лекции, проводить семинары. Спасибо вам всем. Я впервые приехал в поселок Сарпа. Я впервые приехал в Сарпу, но я считаю, что у меня сегодня выпала редкая возможность принять участие в открытии нового замечательного хурула, построенного в поселке Сарпа. И сегодня я хочу представить высоких гостей, которые принимают участие в церемонии освящения и открытия нового хурула в поселке Сарпа. Это уважаемая делегация из Республики Тыва. Я хочу представить Камбыламу Тывы, Герек Нацикдорджи, а также уважаемое духовенство, которые входят в состав делегации. Что объединяет нашу Республику Калмыкия и Республику Тыва? Мы оба региона, которые являются буддийскими регионами, то есть традиционно исповедующими буддизм. Конечно же, в определенный период наступил так называемый упадок буддийского учения на территории наших республик. Но затем начался период восстановления традиционной религии. И я думаю, что сегодня и в Республике Тыва, и в Республике Калмыкия испытывают одинаковые проблемы и трудности. У нас очень много похожих.
И несмотря на трудности, сегодня мы развиваемся, мы восстанавливаем наше буддийское учение на территории наших республик. Сегодня строится много хурулов, открываются новые молельные дома, строятся ступы, так же, как и в Калмыкии, так же в республике Тыва идет активное строительство и возрождение буддизма. И я хочу сегодня обратиться к вам с просьбой, чтобы сегодня мы вместе во время молебна помолились за то, чтобы наше учение Будды не приходило в упадок в нашей республике, а также в республике Тува и в других регионах, где традиционно исповедуют буддизм. Я хочу поблагодарить Михаила Николаевича за очень хорошее, интересное выступление, потому что он подробно рассказал об истории строительства хурула здесь, в поселке Сарпа. Поэтому спасибо большое. А также и прошлая история. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы вместе провести духовное мероприятие. Сегодня мы совершаем духовные деяния. Сегодня, когда мы говорим об открытии, освящении нового буддийского храма на территории Калмыкии, то, конечно же, это не одно и то же, как, например, открытие новой школы или открытие какого-то нового административного здания. Это несколько другое. Сегодня мы собрались для того, чтобы открыть, осветить новое святое место на территории нашей земли. После сегодняшних ритуалов этот хурул станет по-настоящему священным, святым местом, где люди будут собираться для того, чтобы совершать духовные деяния, для того, чтобы совершать добродетели, чтобы накапливать буин, заслуги. И мне сказали, что есть историческое название хурула в Сарпе, и это название на тибетском звучит как «Сера Тесам Линг». Тади перевод чебина карере тё сэди тёба. Хари тёгоре тэмба чё тёба. И если делать перевод вот этого древнего старинного названия хурула, то «ты» означает слушание. Что такое слушание? Слушание учения, учения Будды. Сам седи, вот так вот, самнотая сенаре, гомья сенаре, так вот, тюнчиглия, кочевычена, мадибайо. Слово «сам», оно означает размышление, а также означает медитацию. То есть, вот, можно сказать, практику буддийского учения. Линг означает земля, или обитель, или комплекс. Поэтому, если мы будем переводить название «Сера Тесам Линг», это старинное название, то вот эти слова «Тесам Линг» означает «земля», «обитель» или «комплекс», где слушается учение Будды,
где размышляется над учением, где размышляют над учением Будды и где практикуют или медитируют на учении Будды. Вот это перевод слова тёсамлин. Тёсамда маомбадия, не комбади, не кранзочик, карзо ритуал дан, дидегичик, карзо дидегичик, малевин диле чипочи проводи, диле чеса чипоца мемба, чёги лобжон чеса, чёги гом гяпса. Я молюсь и надеюсь, что в будущем вот этот хурул, он будет местом не только, где будут проводиться ритуалы или обряды, но также станет центром обучения, просвещения, просветительским, образовательным центром, где будут глубоко постигать учение будущих Шакьямуни. Зомби дю дели я самбалу куно номер давать чёчине, они говорят им бы чёги чавади, гява джугиньи самбачи, сонам сагиньи самбачи, они разу типа дя дигиди сама шапачигиньи самбачи, ва. Я сегодня хочу вас попросить, чтобы вы сегодня, так как мы с вами собираемся очень редко, не так часто, то чтобы вы подумали о том, что сегодня вы пришли не на обычное мероприятие, а прежде всего на духовное мероприятие. Для духовного мероприятия очень важно породить чистую мотивацию. То, что мы по-калмыцки называем «цаган сейткыль» – чистые, благие намерения, чистые мысли. Поэтому я хочу вас попросить, чтобы сегодня вы сейчас подумали, я пришел сегодня сюда для того, чтобы накопить добродетели, накопить буин, накопить духовные заслуги. Вот с такой целью, пожалуйста, сегодня поддерживайте мотивацию. И сегодня во время молебна я попрошу всех присутствующих не просто присутствовать и сидеть и слушать молитвы, но самим также молиться и самим как можно больше максимально начитывать мантры и молитвы, которые вы знаете. Когда мы начнем сегодня читать наши молитвы, то вначале будет прочитана молитва Гьябджо. Это молитва на калмыцком «Итхыл» – это принятие прибежища в трех драгоценностях – в Будде, учении Будде, Дхармы и в монашеской общине Сангхе. Вначале мы принимаем прибежище, идем под защиту трех драгоценностей, и после этого мы также читаем строчки молитвы, где мы порождаем бодхичитту. Мы стараемся, после того, как мы приняли прибежище, мы стараемся взрастить в нашем уме бодхичитту, это устремленность состояния Будды ради блага всех живых существ. Через визуализацию лам на джигду, через медитацию лам на джигду, тенечил я, не нама, едам, чужом, сумма, дигиди, сама, эмпедри, омбадели я, не ганзу, та ченджиэсэ урва, та тендишу барвачи. И после того, как мы прочитаем вот эти молитвы в начале, после этого мы будем приглашать, то есть монахи все будут приглашать сюда в Курул всех святых существ. Мы пригласим сюда всех учителей, всех Будд, Бодхисаттв, Даков, Дакинь, защитников Дхармы, всех Хюснов, всех защитников, всех божеств, всех Бурханов мы пригласим сюда, в этот Курул. И сегодня мы проведем ритуал, который называется ритуал омовения и очищения Чусоль. Да, очищение среди Маранзоги, Меценалия, Тигвада, Мегевада, да, Дигиди Сама. Да, очищение Чигвада, это главное. Что мы очищаем во время ритуала Чусоль? Мы очищаем наши омрачения, наши негативные эмоции, наши загрязнения, все те негативные поступки, которые мы совершали, вот это все мы очищаем во время ритуала Чусоль. Они ди чувствуют, как мацуганы мелоны кичены ду себе кабделия, они кабделия, нама едам чужо сума тики ди сама да, дико мелоны тимбасе на тики ду, а днечиге визуализации кранзо нарочис. И я хочу вам коротко объяснить смысл того, что будет сейчас происходить во время молебна. Когда будет идти ритуал Чусоль, то вот Шаджи Лама сейчас держит ритуальный кувшин в руках, и также используется круглое ритуальное зеркало, которое называется мелок. И во время ритуала
Шаджилама проведет вот так этим зеркалом, круглым зеркалом. И можно сказать, что когда монахи во главе Шаджилама и уважаемым Камбуламой пригласят всех святых существ, то можно сказать, они растворятся вот в этом зеркале, в этом круглом зеркале Мелом. Это сосуд, шафрановой водой. И мы, вот эта шафрановая вода, она используется как ашан, как нектар. И я хочу вас попросить, когда мы будем сегодня проводить ритуал омовения, очищения чусоль, то во время этого ритуала, когда приглашаются все святые гости, все святые существа, Будды, Бодхисаттвы, Даги, Дакини, защитники, Сякюсны, то мы приглашаем их, и существует древняя традиция, согласно которой, когда приглашают в дом высокого гостя, то ему в древности омывали ноги. И когда мы пригласим святых существ, то мы будем, вот Шаджилама будет наливать ашан из этого сосуда, и он в это время, все ламы будут визуализировать, что к нам сюда прибыли святые существа, и они с помощью этого ашана омывают им ноги. Это знак уважения, поклонения, почитания и почтения. Поэтому вы должны это знать и визуализировать также со своей стороны, что вы также как бы мысленно омываете ноги святым существам. И это важно для очищения от недобродетелей, и очень важно, чтобы вы также во время, вот когда будут поливать на это зеркало, круглое зеркало Мелонг, вот этим ашаном из сосуда, чтобы вы также представляли, что вы очищаете себя, что вы сами очищаетесь благодаря вот этой визуализации, вы очищаетесь от всех недобродетелей, от всех негативных поступков, которые вы накопили в своей жизни, от всех загрязнений и омрачений. И в это время также очень важно исповедоваться, раскаиваться в тех негативных поступках, которые вы совершали, но вне тела, речи и ума. После того, как завершится часть ритуала, то затем будут этим нектаром опрыскивать, ну, как бы опрыскивать присутствующих. Православные церкви точно так делают, да, вот это, вода там. И у нас точно буддизм точно такой. Есть. Есть похожие традиции. Тамаделия, не равны, равны небо. Следующий ритуал, который мы проведем, это ритуал равне. Равне переводится как совершенное пребывание. Но под этим ритуалом, это ритуал освящения, под ним понимается стабилизация или, скажем так, укрепление, стабилизация вот того благословения, как бы, которое было проведено. Да. Поэтому что крепим? Укрепляем. Что мы укрепляем здесь? Наша вера, наша доброта, наша любовь, наше сострадание. И после этого ритуала это станет как святое место. Это станет место, где будущее, не только местные жители будут использовать, и из всей республики приедет как паломник. Я недавно начал ездить в паломничество внутри республики Калмыкия. Буквально 2 недели назад мы ездили и к Бурулу.
И в Бурулии там есть достаточно Бурул, ступа. История очень богатая. Поэтому я, ну, конечно, каждый месяц приехать к вам, это может быть нереально, но в будущем я максимально буду стараться приехать часто. Но Хурул есть, надо использовать правильно. И с ним я тоже буду пригласить буддистов из города, чтобы они вместе в паломничество ездили, приехали, чтобы сегодня, чтобы все вместе читали молитвы, проводили какие-то небольшие молебен или ритуал. Недели назад мы ездили в Лагань. Ну, конечно, Лаганский район очень большой, но я не могли все попасть, все каждый святое место, но тем не менее. И, посещали несколько мест. Но в этой неделе, можно сказать, вот приехали Китинеровский. У вас есть Китинеровский районы ступа и Хурул достаточно. Сегодня здесь мы открываем. В Туктуне есть ступа, центр города. Гаршун-Бугастар там есть. А центр Китинеровский район в этом году начал строить новый Хурул. Еще где есть ступа? Я даже не помню. Поселок Евдик, поселок Чкаловский. Вот. Евдик. Чкаловский, я на дорогу видел, вот ступа. Цаганур, да, где Китинер, Ре. Октябрьский. Ну, это потом. Это Октябрьский. Вот. Поэтому развивает. Материальные части развивает. Но для меня это не важно. По количеству Хурул или ступа, да? Для у нас что важно? Внутренние качества. Внутренние качества. Будда нам показывали путь. Мудрости. Это мудрости мы используем для изменения жизни. Поэтому я очень сказал, да, благодарен, что у нас есть такой философии, мудрости. Почему я так говорю, да? Я всегда сказал, да, сравнивать ситуации между Республикой Калмыкия и другой регионы, область, край, ну и так далее, да, вот. Я могу сказать, Москва очень богатый город, но богатый на каком плане? Материал. Внутри душа слабо. Никто не нуждается. Все такое темное лицо, стресс, проблема, страдания. Хотя бы там есть публичный транспорт, хотя бы там красивый торговый центр, хотя бы там современные здания. Все есть, но внутри душа пустой. У нас Калмыкия, ну, конечно, материальные планы, может быть, у нас немножко слабо, но внутри душа. Духовные планы. Дух Чингисхана, дух Джангар, дух Аюха-хана. Это очень сильно горит и нам помогает, и нашей жизни, я 100% уверен, что балансирует. Ну, конечно, все
У нас такой сейчас привычка есть. Трудно, трудно, тяжелый период, очень трудно. Я всегда вопросы даю. Скажите мне, когда не трудно было? Скажите мне, когда проблем не было? Никогда. Какой год был нетрудным? Какой век был без проблем, без трудностей? Всегда есть, всегда был и будет. Поэтому, как мы будем развивать? Через веру, через оптимизм, через надежду буду развивать. Я 100% уверен, что вот потихоньку, потихоньку, если мы верим, если у нас есть надежда и оптимизм, все будет хорошо. Все будет хорошо. Иногда люди меня спрашивают, но не иногда, всегда спрашивают. Ой, Шанчалама, та ямар менет. Как я отвечу? Я никогда не говорю, о, мубена, далаю мена, о. Я никогда так не говорю. Мубиши. Сен, мубиши. Со, четко я всегда так отвечу. Ну, гемуга это, ну, как будто есть, ну, пойдет, да, это чистый русский менталитет. Как дела? Ну, пойдет. Да? А я мрабин, а, гемуга, это как, пойдет. Я всегда говорю, мубиши, со, сен. Это все здесь внутри. Наш ум. Посмотрите. Я не думаю, что здесь население большое, но такой красиво, крепкий пруд построенный. Но это не упало из неба. Да? Мы верили. Мы можем построить. Есть трудности, есть проблема. Потихоньку, потихоньку мы будем собираться. Материальным планом и финансами, и самое главное, у нас был внутренний дух. Поэтому благо наш дух, вера, вера к себе, не кому-то. Мы построили такое красивое здание. Я очень удивлен, когда я сюда, ну, приехал первый раз. Хотя бы дорога ненормальна. Но извините. Извините. Но Курул есть. Красивое здание. Хотя бы дорога ненормальна. Школа есть новая. Еще там административные, да, здания, да, наверное, там. Еще третье. Красиво такое здание. Вот, поэтому тут здание это для современного образования. Это здание для духовного образования. Объединяет это два. Тогда мы могут быть современный буддист и современный калмык. Поэтому трудности это всегда будет. Эволюция такой. Как мне буддист говорит, самсара это как кольцо в жизни. Непостоянство. Все на нашей жизни это непостоянство. Сегодня мы могут быть богаты. Завтра мы могут быть бедны,
Сегодня мы можем быть счастливы, завтра мы можем страдать. Вот непостоянство. Если у нас есть проблема, это на время. Это непостоянство. Будет хорошо. Будет нормально. Будет развивать. Усилий надо. Верить в себя. Это очень важно. Поэтому я прошу прощения. Я знаю, что много приехали за ритуал. Я знаю, что много приехали не слушают мое как мнение. Но я хотел максимально использовать момент, потому что я первый раз приехал к вам в гости. И надеемся, что будет часто будут пригласить меня. Вот. Надеемся, что никто не думал, на открытой церемонии, что нам приехал, что нам ругали, там, кричали, там, ва-ва-ва-ва. Не надо, лучше не надо. Ведь это все от души. И от чистой мотивации. Я вот это все объясняю и говорю. В следующий раз, когда я буду здесь, не знаю. Поэтому вот это я сегодня хотел максимально использовать этот момент и объяснить и рассказать свои как эмоции, радости и совет, можно сказать, духовный совет, человеческий совет, как духовный брат. Поэтому я искренне я хочу благодарить вот тех людей, которые присутствовали на строительстве этого курула. Это очень большой заслуги, большой буин для их жизни, их хорцов. Да? Белые зонтичные тары вот, для курулы и будущее. Пожалуйста. А центральная хорола мы будем поддерживать и будем помогать. Но, конечно, сегодня мы открываем. Еще есть много, кажется, работы, чтобы оформить этот хорол, чтобы стал очень красиво. Поэтому от центральной хоролы мы максимально будем стараться поддерживать. Поэтому вот буду развивать, буду помогать. И спасибо вам. Добрый день, дорогие жители. Извините, пожалуйста, Камлама просит, вам может быть интересно будет, если я буду говорить на своем родном языке, может вы найдете там похожие слова еще на камламском языке. Первый я посещаю это республику Калмыкия, первый раз в жизни здесь. Впервые, когда посетил прямо в адресе, где написано «Республика Калмыкия», меня там встретил дождь. Для меня и для нас было это очень хороший знак. Аллах
У нас общая традиция, общая культура, мы общую веру исповедуем за буддизм. Это же нас объединяет. Благодаря здесь Телатул Гуримбаче, он меня позволил поехать даже в Лагань. Мы там были, он очень мечтал быть в Лагане. Мы там видели огромную статую Майтрею, и я там видел очень хорошего народа, и очень много корней наших тувинцев мы тоже нашли там. Там саты, самый очень большой народ, перекочевались еще когда-то, наверное, в прошлых веках. И последний день здесь пребывания в Калмыкии, что посетили царапы вашего на освящение Духана, мне очень хорошо, это очень большое, огромное счастье для меня. Это было огромное, большое, хороший знак. Я был в Индии, Бурятии, Монголии, там строят тоже храмы. А ваши храмы видели, все наружу видели. У вас есть какой-то свой национальный традиционный стиль, я это заметил. И вам всем калмыцкого народа, говорит от тувинского народа, от духовенства нашего, огромный низкий поклон. Вам процветание великому народу, калмыцкому мудрому народу, великому народу, великой степи. Здесь уже построен огромный храм, на этом у вас вернется, как Лама говорит, вернется вас древняя традиционная культура, религия, главное ваш язык здесь будет процветать. Пусть ваши заслуги станут причиной счастья всех живых существ, да пребудет с вами во все времена благословение Будд и Бодхисаттв. Шаджи Лама Калмыки и Телатул Гуримбаче. Благодаря Шаджи Лама Калмыкии вручается Акчаеву Батору Борисовичу за активность участия в строительстве Пашутовского хурула. Давайте поаплодируем, давайте поддержим. Жабихла бенек хойран келишне хамдан келишин көйде көйдүндөрүндөс. Мамад нохо экил жакта нечке золумта биле басы чилдала орба аранзуват харкесен божилат келишин тагламан зеринден зербинире келдигиле яга деймеки құрыл бәржен, негі бешкіні көкінде жұмбатай, ода тәшкісін олға болғы әлі әкелетіні. Өтерін басы ода, ода санықын ода
Мадначика, да, едим кисну. И когда имя Сяхан Гире уходит, берет Зурджексон, мана Батрде, ошудай басы, хамтан Ирджинев. Басы кисну кюйт басы. Цана Ирджин берце, менген цук и нарам Ирджинев. И когда тадна тюле мадни гад кюльдет, кюцевидно. Благодарность Шаджиламы Калмыкии вручается семье Ачирова Николая Инджиевича. Вручается Утаджиеву Александру Шарваевичу за активное участие в строительстве Кошутовского курула. Якитский Санджосан Санарлин, Дангин Ухан, Несет Кадни, Техоша Дахуя Шарбурха, Нечкельни. Удовохло, да, мана Ухан Сеткар Санарлин Кучве, и не так и дикнек сэхан, хорл бешен верю. Тере цокта днемте, вот, кирьер байрдинам, и халл танкетинам. Где хир хорудили алдаран негдакче, мадно да нас так гихо на насо аха, да Богтан Борис, Богтан Шаня, вот, и кена инча калцуюч. Тенделисто хурат и негдакдр, ахошудатер инда сапады, ягдю хурл берхан кундлядин. Ну и военные ухватят крен, холцат. Вот и на сауну, да, и на хуллу уже берег два. Ни дин феврале на ронта улла, и на бурхи на рану рухты, и для би пачин ортаган, вот и индер сонгсича бат, и кизы байртавен. И там цугар байртавен, и кичи санчана. Мне сана сеткер, Ена Бурхна Буддин Ухан Данген Мадынды Кыркичи Шанагидна. Декілеу да Мадыну да не нейта бәғат. Ена Буддин Халғар, Закалар тері түнгер бәғіне өмкі халғын Мадынды. Кишкта болды, кишкта санагында. Бендер ода икилтык кирилер ханутан танды келдену. Саранчы мені өттен ухан жеткілегі. Ол нәмді халды, ухан бюрмін жоу. Хан жана. Не өндір ода иккетік байырта бедір ол жана. Ода кешке күләсін, кешке күш қар сетсенеміз, ел жұтсығауы. Мадын ода егеді, нечке хүйтәбәй жүрін. Егеді, емейміз кеже санжы ұсыны көбілеп. Әбіта кеді кі сәйхін құрыл береді. Босығат, тосығат, күсәғат көйтін. Ода ж күсәгі ойымында ауылық көп, керуіне күшке санжанып. Ике зуғын кешіксін. Деген оден бәрсін әмдісі хорлыйге тосқысын, нөкті болсын. Дәдінде иккеді қалындан үрік жәніп. Сұқтан ұтынасыда, бат кешкіті, үрттен саттаған, керді білдіған, сән сәйхін. Ені буддизмін халығар еуват, ені хамығы хәлімгені өменіне босқы жоғысын еуғы, ода сарайын делгір өлет, еуғығы, олым дедім бұрықты. Хамығы
сәл-сәйхін еуч, бұтнаста өлч. Ода мана фашылдахын, ненекті олад, иімі құрылы бәрәд, иім күл сағыла. Деген ода, мені байыр жақы байыр, сұқтан сән бәді хағиғат. Ен құрылдан ерәд, мартылуғын. Ой, үшілдір одыладым, мадын өндір еуқшырдың елден көғар. Сол ғылғыла ерәд. Ода мадын сарпады, Масанчиле жәнәрдің. Гемуго, дәне хөйінді, Сибір сыйыл керігат, арын құрымдарым жилді еуат ерігедірсін. Ода гемуго, көлді қартаған, көлдерін, ұрым көлдері жауат, қойыр көлдері жауат, егеді, олын әмтізет, кеткер хан жана сұқтатын, құшылдақын, сән сайқын бәз қатын, елбек-делбек, ниннекті, олын әмтіні, Нита олғылағы үй олышқы сәқимын үшін. Мана үзі жақимын дала, сәнік жүз өтін, оғы жүз өтін. Цүктан ұтынасыда, бат кешкіда өлш. Оден ерсін ламыныр кейіншінер, цүктан сән сәқым. Алтын жолы оған әргілі кертен көреді, үрті әсаттаған. Цүктан намыра жерғат. Хамы кесін көтілмішін ұтынас, өмәрән жөбіш ұтынасыда, бат кешкіда өлш. Одеген, дүйге дүркілі бәйхетін дейдіс қалда шығадыдыға. Далайым бұржығына келеді әкші. Далайым бұржығына келеді әкші, ода келеді әкілі ұмдала. Хан жанна ұтықтады. Строительство Хурулы я приступил в 2003 году. Он был на стадии цоколя. Ну, дальше, соответственно, все выровняли, подняли, обозначили, разметились и поехали, начали строить. Ну, вот строили, к сожалению, долго. Ну, это на то не наша прихоть, это было, зависело от материалов, стройматериалов, от денег, от пожертвований. Ну, вот начали строить мы. В моей бригаде мы были втроем, мы. Это, то есть Николай Очиров, Николай Анжиевич, Царство Небесное, его нет сейчас, не дожил до этого дня. И Манжиев Прюве, тоже наш парень, все наши парни это. И вот мы приняли, скажем так, самую такую тяжелую грязную работу. Подняли коробку. Утепление, облицовка, перекрытие, выставили, заполнили проемы все и сделали верх из швеллеров, стойкой швеллеров называется. А также выставили страпилы, а второй свет там уже другие ребята. На этом вот мое участие закончилось. Непосредственные. Ну, я принимал участие, но уже не как строитель, а так. Изначально начали делать народным способом, а потом решили, что нужно ставить нормальный хурул. Не на основании там, чего-то там, что-то приспособить, какое-то помещение, а прям с нуля заложить, ну, по канонам, все драгоценности заложить в четырех углах. И поэтому вот так вот начали строить. На новом месте, вообще голое место здесь было ровное. Был у нас перерыв, я уже запамятовал, не знаю какой год, но Кирсан Николаевич приезжал. Он приезжал здесь, осмотрел, это было на стадии строительства, стены стояли. Он тогда произнес такую фразу: нельзя, говорит, раз начали, да, достраивать, или же не надо было начинать. И что-то около 500 тысяч он внес. Он сказал, я деньги дам, на эти деньги были закуплены плиты оперативно, и работа снова застопорилась, ну, в общем, не застопорилась, начала двигаться. И вот с того момента потихонечку, тихим шагом, как говорится, идем, да. Но, как говорил мой зять Виктор Борисович, хурул у каждого должен быть в душе. Вот самое главное. А вот если есть желание поставить вот такой вот настоящий хурул, как мы сделали, то, конечно, не нужно не считаться, ну, все это коллегиально решается, конечно, это один человек не может это все делать. Но если есть желание людей, хотят это видеть у себя и сделать хотят, то нужно делать, пройти через все препятствия. Ну и, конечно, итогом будет вот то, что есть.
Менде айтканда цук мана улан залатыныр. Энди басы мана Халима таңышта. Таңышты Хошуда азыртык саяхан жолду учурдуна. Хөдүн келген жылда эң Хошуда курулугу боссукка саназ уйгат. Энди цук баасын медаттар эң баарын эм цугарын өзөткүлдөдөн 20 жылда хамдан ни тагар эң курулугу энди боссуксун. Энди эң мөрөс ари хөрүндө оланды, апрель сары хөрүндө олан эң курулугу икаламдар ирже такчы эмнүрүлжү номан умсуча цук эмтиги энди байрылуу. Беолхлага вас еврен Хошуда зе болот еврен энди экен аучурдын байрыгы үстка кет баса еврен чигин байрылжана. Яга тилеги басын тохум зе салына кеден зендер нактынары кеде юм кезен кезирипти эңкир садым болот хорунда мартык өрхүн садым болду. Деге цок еврен нактынары Хошуда эмгиги эн саяхан байрышта Yoğudlar uçursun, yani kurul seksin bir bayılacağını, yöreceğini. Sağran çıkın, yine yegin bir açıcı. Eril doğrul, mağnat yengir, sen seyahın, iniyetten artta. Dörün düşsem alan özgücü. Onca dörün sakıta da, kene yana uqatı var yerici, yeni hoşuda kuruldu mörgücü zalurucu. Hoşuda kuruşar buruğun, iyi cavayın zayı sakılsın, her dört şey koltuğa gidiyor yöreceğini. Çok beğerin olsun. Bir sence nasıl olsun? Halmıklar, o da arun kedincilendirceğine. Мини кергин отун чечик, эн көкнүрүн хошут күн. Тигет матын соңса сарпады. Хошут курулдан сергегет. Ажагеге насы нератсын. Зая бандит кисин курул байгылсын бана. Тендират. Сарпа дербесин хошут нуртан байыр кургат, байырын хуалчат. Тигет энди басын күмстиги юражана. Эндүсэн күмстэлбэ бүгүн амтын бүгдээрэн эн камгылын болтха. Тэмэндэргэр нурлады хэмдик тагазрар нурлады. Хэмдик тагазрар нурлады. Маштык амрута мэрэрнгэ найман талып бул бүрт күрэтэрсин бэх. Маңгы талып бул бүрт күрэтэрсин бэх. Большое спасибо вам за ваше доверие, подписку и участие в создании наших роликов. Спасибо всем, кто помогал нам любым для вас удобным способом, будь то денежный перевод на банковскую карту или перевод в системе PayPal. Просто лайк и положительный комментарий, а также критика и дизлайки делают наш канал чуточку лучше. У любого желающего появилась возможность напрямую влиять на развитие нашего канала и на его возможное будущее. Делать это вы сможете как раз через спонсорство. Активировав данную функцию, для вас станут доступными некоторые возможности, закрытые для всех остальных.